подпишу, оденем кольца с номерами 26. Это, по всему видимо, у нас самец. Та самочка. У нее лапки покрупнее, помощнее. Видите? Ну и по возрасту она постарше. Мне надо на 1-2 дня старше. А этот тенец помельче. Это самец. Лапы у него тоже потоньше. На правую лапу одеваем кольцо, означающее то, что птица родилась в Поволжье. Регион рождения этой птицы. Вот кольцо свободно помещается на лапе. Главное при кольцевании птицы не повредить ее, не повредить лапу, то есть все делать предельно аккуратно, очень уверенно. Вот. Ну вот теперь птицы на лапе два кольца. Одно бело-зеленое, означающее, что птица родилась по Волжье. И черное кольцо, означающее, что птица родилась в 2012 году. Вот сейчас покажем. Вот так. Эти птенцы только начали оперяться. Появились трубки на перьях. Там крупнее заметно. Еды у них предостаточно. В гнезде вон целые объедки сазанов, щуки недоеденные. То есть, видимо, у этой пары на этом гнезде успешное давание. Вот еще такая. В принципе, вот эти птицы еще просидят в гнезде примерно месяц, и только после этого покинут его. В этом году эта пара загнездилась поздно. Улетят в этом году эти птицы.
кольца нам в этом помогут. В прошлом году с этого гнезда птенец улетел в Киев, зимовал на Украине под Киевом. Был сфотографирован с нашим кольцом. Вот такая его судьба. Какая судьба у этих птенцов будет, мы пока не знаем. Будем надеяться, что все у них будет хорошо. Благодарю за внимание. Репортаж с гнезда Арланов. Орлан белохвост – одна из редких птиц России. Этот вид занесен в Красную книгу Российской Федерации и Республики Татарстан. Орланы – очень крупные птицы и поэтому строят гнезда под стать себе, очень большого размера, часто на вершинах сосен, других деревьев. Позади нас один из старейших гнездовых участков орланов на территории Национального парка Нижняя Кама. Здесь сразу два гнезда. На одном из гнезд в данный момент происходит гнездование. Птица кормит птенца, представляешь? Отрывает еду и дает кушать. Смотри, сейчас отрывает еду и он ему в рот кладет. На момент кормления попадает.